коллеги, да, и мы просто общаемся, да, и может что-то нибудь полезное для себя есть. Он говорит, что самое важное в таких встречах сделать все для того, чтобы была почва, чтобы клубы между собой и дальше сотрудничали, потому что мы тренера, мы сегодня здесь, завтра мы можем встретиться в другом месте, а важно, чтобы после нас клубы Он говорит, что это, в принципе, мало чего увидеть для того, чтобы сделать оценку. Я понимаю, что это. Но просто я когда приехал, да, я тоже был, например, ну, не понимал сначала, где я нахожусь. Да. Сейчас я разобрался, и я знаю проблемы молдавского футбола, вот именно там, тренировочного процесса, проблемы игры и так далее. То есть у меня есть своя оценка, и я бы хотел просто обсуждать это. И что можно сделать, чтобы что-то тут сдвинуть, улучшить? Мнение насчет молдавского футбола. Вы его инкадрируете больше к футболу с техническими технарями, да, скажем так, футболисты с высокой техникой индивидуальной, или к теми странами, где практикуется более силовой, более физический футбол? Я скажу, что мы сейчас имеем представление уже, скажем, в цифрах. То есть мы провели тестирование по физподготовке нашей команды, и они совпадают с нашим, так скажем, видением, то есть как что видит глаз. И сегодня мы можем сказать, что молдавские футболисты имеют хорошую природную скорость, то есть наделены скоростными качествами, имеют неплохую скоростную выносливость, но вопросы силы, скоростно-силовых качеств здесь, скажем, очень на низком уровне находятся, как в команде, так и в целом. Сила, скорость. И такая же у футболистов техника. То есть футболисты неплохо могут дриблинговать, но очень слабо в единоборствах и контактах. Поэтому здесь можно сказать, что уклон больше к футболу мягкому, техничному, но, скажем, тактически тоже очень слабо. У них такая же проблема в Португалии была, но у них есть решение этой проблемы. То есть они выявили ее и этот вопрос. То есть требует факультета жукатори с античпези контакту с адикасгидиаской рапицей с дакау калитати апаси с фруктивча с левити прыжок. Я могу сказать свое видение относительно построения нашего процесса, потому что мы всего здесь там 2.5 месяца находимся здесь. Мы тоже столкнулись с этой проблемой, и нам тоже ее надо решать в первой команде. И вот будем обсуждать, как это построить с юношами. То есть я сегодня выхожу на балкон и тренируются юные футболисты, ну, скажем, там 15-16-летние. И они играют 8-8. И у них очень большое поле, большое расстояние. Вот это и есть проблема, сразу видишь. Это проблема в организации. Не будет контактов, не будет быстрой игры, потому что у тебя очень большое расстояние. Хорошая школа. У них все, даже начиная с первых возрастов, тренера их под руководством одного главного, да, который будет он сегодня. Стратегию. Как? Философия. У нас же очень экипа принципала, то есть прима экипа. Есть философия, дежур.